надеюсь, что все будет хорошо. Вот, сейчас будет ответственный момент. Какое настроение? Филя ждет. Очень много туристов прилетает с разных стран, европейцы, американцы. Вот сейчас, видимо, сезон, люди едут отдыхать, вот, на улице тепло, вот, скорее всего, теплый океан, можно купаться, поэтому сейчас прям самый сезон. В здании аэропорта находятся такие обменные пункты, где можно сразу же поменять доллары на песо. Но здесь не очень выгодный курс, то есть лучше здесь обменять минимальное какое-то количество денег на такси и доехать до города, и там уже поменять остальную сумму по более выгодному курсу. Вот если вам нужно. Также, в принципе, многие берут здесь и в долларах. Поэтому, если хотите, можете поменять на песо, на местную валюту, либо можно также расплачиваться обычными американскими долларами. Здесь получается 60 песо, примерно где-то 10 долларов, чтобы доехать на такси. Вот мы прошли паспортный контроль, узнали айфон. Как настроение? Тяжелый перевод, настроение хорошее. Перепугались, конечно, что нас подержали. Все обошлось. Мы готовили, да, специальные визы, есть мексиканские визы у нас, поэтому они не могли нас не пропустить. Мы сейчас проходим такси, вот, и сейчас вызовем такси. Лучше всего брать Uber. Здесь работает обычный Uber, вот, и такси будет стоить намного дешевле, чем брать, допустим, бомбящих желтых человечков, которые обычно стоят, вот, они, наверное, сейчас заловят огромную цену, а по Uber все будет намного дешевле. Все просто, и цены там, по-моему, 60 песо вот, за поездку до центра. Поэтому желтые такси, которые стоят возле аэропорта, стоят 250 песо доехать до центра, а Uber стоит 60 песо, то есть на тот же адрес. Поэтому разница получается почти в 4 раза.